Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Бисквит. Мы начинаем прохождение очередного мода на базе сталкера Зов Припяти под названием «Как вступить в долг». Это мод от небезызвестного Михаила Зарубина, его моды мы уже проходили. Это были «Плохая компания» и «Связной». Они как бы в своем исполнении, ну не в исполнении, они, можно сказать, текстовые, но скрипты там были, ё-моё. В общем, сюжетные разветвления, все такое, дружище, и надеюсь, что в этом моде все будет не хуже. Хотя это первый мод. Подполковник Шульга, здорово. Командир, я хочу служить долгу и бить свободовцев. Примешь ли меня в качестве воина? Ты славный боец, но сначала ты должен доказать свою верность. Убей нашего заложника. Без проблем. Отлично, вот оружие, застрели его. Я сообщу охраннику о твоем визите. Вас понял. За нехуй. Где ты есть? Вот, наверное, в этом доме. Пожалуйста, следуйте регламенту игры в первых пяти основных миссиях. Здорово, братан! Ужас. Свидание. Так, что у тебя есть? Так, штык-нож, которым он мог себе перерезать веревки. Странно, что он этого не сделал. Окей. Первое задание мы выполнили. Я все сделал. Теперь я верю, что ты предан долгу. Теперь об этом должна узнать свобода. Спаси нашего человека, он их заложник. Я попробую это сделать. Твоя новая экипировка в сарае. Слышен был звук спавна. На столе. И запомни, не дай ему умереть. Так что перед побегом попробуй с ним поговорить, чтобы разработать план. Вас понял, служу долгу. Так, ты торгуешь чем-нибудь, братан? Так, ну да, смотрите. ПСОшки и все прилагающее. Пока. Так, ты где-то... вот. Отлично. Что у нас есть? Вот вся гроза. Так, я, пожалуй, знаете, как сделаю? Вот так вот. У нас есть личный ящик. По-моему, он где-то там. Если я не перепутал его иконку с иконой кровати, ебать, мы втопили. То он должен быть где-то вот здесь. Вот он. Так, пожалуйста, вот так вот. По еде. Консерву одну съедим. Остальное все упрячем. Мне столько еды абсолютно без надобности. Так, и теперь записочка. Приветствую тебя, мой неизвестный писатель, испытатель данной модификации. В этом месседже я постараюсь рассказать как можно больше об этом моде. Начнем с того, что мод сюжетный и квестовая линия будет проходить лишь на одной локации — армейские склады. Первые 5 основных миссий советую проходить строго по регламенту игры, выдаваемых по ходу сюжета. И лучше их проходить сразу, так как они открывают новые возможности мода. После главных миссий окончанием их будет свидетельствовать достижение друг долга, можно делать все что угодно. Но сюжет на этом не заканчивается. Далее будет только интереснее, вам предстоит сразиться с полчищами мутантов, выгнать наемниками, помочь военным и встать в ряды ветеранов группировки долг, или же всех предать. Удачи! Ясно. Главное, чтобы сюжетный мув финальный не был заспойлерен этой фразой, или же всех предать. Окей. Единственная особенность, я не знаю, напортачивали... А, да, вот о чем я хотел сказать. Модификацию я нашел не сразу. Привет, Илья, спасибо тебе. Дело в том, что на основной странице этого мода ссылка битая. Найти я не смог. Я думал, все, поиграли. На этом прохождение закончено. Вот, но нашел я такую сборочку с вепонпаком, с замененными текстурками. То все, и я не знаю, напортачил у меня сам разработчик так сделал, или на уже косяк сборки. В общем, карта у нас как бы есть, но ее как бы нету. У нас есть разметка по квадратам, вклеенная такая вот карта. Но нашего местоположения, ни заданий здесь нет. Ну, возможно, здесь будет какая-то отсылка к этим квадратам, типа ищи в квадрате там B2. А так у нас вот стандартные 3 локации ZP-шных. Окей. Единственное, что нам эта стрелочка поможет. По поводу спасения заложника, возможно, надо будет его спасать ночью. Ну, пойдемте поспим. Часов, наверное, до 10 ночи. Потому что что-то мне подсказывает, что мы будем его именно ночью спасать. Так, а здесь есть спальное место? Вот оно. Давайте вот так, до 23:00. ПНВ у нас, ну не сказать, чтобы топовая, но в принципе сойдет. Хотя нет, оно неплохое. Оно очень даже неплохое. Так, ага.
Я понял, мы здесь особо не побегаем. Покушаем. Да, особо бегать здесь не получится, потому что главный герой устает довольно быстро. Так что идем спокойненько. А топать нам... Так, где бинокль? Бинокль. Ой, топовый бинокль. Так, о, привет. Где ты есть? Не могу понять, где это в темноте. Но это снайпер в экзоскелете, свободовский, по всей видимости. Он палит на эту деревню. В оригинале здесь были кровососы. Так, а где, собственно, наш заложник? Наш заложник, насколько я понимаю, если придерживаться такой траектории, будет в маленькой деревушке. Помните, где в ТЧ сидел долг? Вот, скорее всего, это... Да, вот здесь вот. Так. Ну, с первого взгляда там никого, конечно, но... Я не думаю, что заложник будет там сидеть один, одинешенек. По-любому его кто-то будет охранять. Что нам еще гласит задание? Найди способ незаметно поговорить с Мироником. Окей, незаметно так незаметно. Незаметность — мое второе имя. Сейчас, блядь, я уже предвкушаю, как меня шлепнут в порывах моего стелса. Окей, ладно. Где ты можешь быть, братан? В одном из этих домов было бы логично, если бы ты был в крайнем. Либо в этом, но тут дырявый сарай, либо в этом. Так, это стена. Господи. Поэтому давайте сделаем ставку именно на этот дом. Да, он здесь. Друг, помоги мне. Я за этим и пришел. Как тебя спасти? Наконец-то. Убей охранника, а? А дальше? А дальше бежим на базу. Хорошо, я это сделаю. Только надо действовать тихо. У меня здесь есть недалеко тайник, а там пистолет с глушителем. Он за деревней, в пустом кузове грузовика без стен. Все, приходи ко мне к часу ночи. Понял. К часу ночи. А мы поспали. Блин, неудачно мы поспали. Сейчас только 0 часов. Придется подождать немного. Ладно. Так, грузовик без стен. Стены. Ну, так. Так, понял. Радиация у нас там как по радиации. Да, особенность модификации в том еще, что... Отлично. В том, что все железные предметы, они заражены. И это надо как-нибудь эвейдить. И запасаться таким нормальным количеством антирадов будет. Видите, у нас... Нам сейчас не очень хорошо. К часу ночи. Ну слушай, братан, сейчас 0:18. Нам сказали все делать по регламенту игры. Подождем. Хорошо, на часах час ночи, мы, я думаю, мы можем приступать. Убрать охранника по-тихому. Постараемся. Знать бы еще, где этот охранник. Вот, скорее всего, он здесь, за стеной будет. Здорово. Ну что, начнем? Я устрою шум, а ты вали его. Заходи к нему со спины, когда я отвлеку, и... Эй, свобода, мать вашу, Ростак! Склад, территория долга, а потому валите, пока целые! Тьфу, старьё. Мэн, поговорить нам с тобой нынче не светит. До свидания. Как у тебя дела, братан? Так. Возможно, найдем у него что-нибудь полезное. Так, бедолага Миронюк, куда пошел? Стой, 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 стой. Куда потопал? Уходим. Уходим, 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 уходим. Мне стоит потриндеть, братан. У тебя ствол... А, стоп, ты со свободов со ствол взял. Дигл, тоже неплохо. Ты будешь на карачках, интересно, так до самой базы идти? Если да, то это... Ну, не лучшая новость. Склады, территории. А когда склады были территорией долга, собственно? Честно, не помню такого временного периода, чтобы склады были территорией долга. Свободу помню, военных помню. Ну, блин. Так, похоже, что... Похоже, что вот такой вот манере мы будем продолжать путь до базы. Не лучшая новость, ладно. Ну, собственно, мы прибыли. Мужик, спасибо тебе. Ты заходи к нам на базу. Не за что, братан. Заходи обязательно. Так, бойцы вернулись и оба живы. Вернулся только один. Спасибо тебе. Ты стал для нас братом. Служу долгу. А теперь, когда все силы в одном месте, можно нанести сокрушительный удар по свободе. Согласен, когда начнем.
Постой, боец. Кажется, свобода очухалась после того, как ты спас нашего солдата. Быстрые гады. Снайпер сообщает, что отряд свободы движется в обход деревни. Я пошлю несколько человек навстречу. Ты с ними. Жди на дороге, скоро прибудут. Сопровождай их. Удачи. Вас понял. Командир свободы на радаре. Идут в обход деревни по востоку. Держу на прицеле. На связи. Чего расскажешь хорошего? Так, а я могу, интересно, поспать? Я просто хочу дождаться утра, не хочу особо ночью воевать. Давайте попробуем. Время дорого, рассказывай. Шикински. Днем здесь очень мало кадров. Очень мало. Погоня. Дождаться отряд из двух бойцов на дороге и следовать за ними. Так, тихо. Радиация. По идее, вот вы где. Да. Я опять заразился этим говном, потому что все железные объекты фонят, и мне стоит заострять на этом свое внимание. Придется потом еще один антирад жрать. Да. Давай. Все, идем за ними. Я думаю, они нас приведут в нужное место и не ошибутся. Скорее всего, сейчас двигаться мы будем именно к вот этой заброшенной деревне с кровососами. Ну, с бывшими кровососами. Бывшая, точнее, деревня с кровососами. Так, поесть. Откуда у меня... А, точно. Мы же свободовца убили, все с него забрали. Оттуда и армейская аптечка, и дигл тоже оттуда. Ну, у меня пока дигл без надобности, у меня абакан есть. Еще ни разу нормально не стрелял. Дайте мне, пожалуйста, повод. Я хочу кого-нибудь убить. Так, тихо, я к этой трубе не пойду. Нет. Не дождетесь. Так. Ну, ведь это не... Оружие прибери, дружище. Не железное, да? Отлично. Ждем анархистов, не высовывайся. Понял. Ждем так ждем. Так. Вечно забываю. Хорошо, их трое получается, да? Окей, откуда вы будете идти? Вон они, вижу их. Вижу их. Ну давайте, парни, подходите. Пожалуйста, прыгни. Спасибо. День добрый. День добрый. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Отлично. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Обшмонать трупы, прежде всего. А у вас ашкашечки. Ашкашечки. Мне это очень нравится. Гладиатор. Тебя как зовут? Визитер. Чистый визитер. Типичный. Так, и один где-то здесь. Так, вот и ты. ЛРочка, отлично. Две гранаты, пожалуйста. Слушайте, ну, я вам хочу сказать, довольно приятно. Так, поговорить с подполковником. А, тихо. Да, конечно, радиация меня здесь будет очень сильно напрягать. Я это уже чувствую. ЛРочка. Блин, приятная винтовка. Очень даже. Очень даже. Ох, как... Какая анимация. Слушайте, мне нравится. Тут еще надо подумать, что взять. Г-36 или все-таки ЛР-ку. Тут я буду в раздумьях находиться на самом деле. Давайте пока я все оставлю, а вот в комментариях под видео вы напишите, что мне оставить. ЛР-ку или Г-36. Мне кажется, так будет справедливо, потому что я, честно говоря, решить не могу. Они обе сосочные. Вот и просто шикарнейшая анимация. Вот что я вам хочу точно сказать. Так, мы встретились со свободой в количестве 3 штук. Точка за нами, без потерь. Прекрасно. Ну а теперь на штурм главной базы. Как только будешь готов, подходи к готовой группе на дороге. Капитан ждет твоего сигнала. Так точно, служу долго. Война. Что, так быстро? Уже на главную базу? А сколько сева стоит? 35 кусков, ёб твою мать. Чуть дорого. АК. Знаете что?
Ну, я ни то продать не могу. Вот это мне ПБ уж точно мне не нужен. На кой он мне черт? ПМы всякие, еда. Ладно, пока. Пока-пока. Ну, здорово. Теперь мы идем к ящику. Чего расскажешь хорошего? И, пожалуй, ну, это мы точно сбросим. У него вот состояние такое себе. Да и патронов пока не густо. Ладно, пока... Пока сбрасываем. Возможно, потом... Ну, как возможно. Потом, я думаю, будем пользоваться. Пока скидываем. Окей. Так, что-то я завтыкал. Все, поехали. Опять радиация. Господи, мне кажется, надо водку забрать. Потому что я не хочу быть, если честно, в дефиците антирадов. Это такой дефицит очень неприятный, особенно в таких условиях. Но с другой стороны, это в принципе логично. Железо, радиация, все такое. У вас, интересно, ничего не найдется по антирадам, нет? О, есть работенка. Я инструментами обделен. Когда происходила передислокация, многое с собой брать нельзя было. А инструменты, сам понимаешь, не килограмм весят. Так что поищи в округе, найдешь, приноси ко мне. А я тебе за это скидочку сделаю на стволы на модернизацию. Отлично. Кстати. Вот это гроза. Ну, блин, пока... Пока не вижу смысла в этом. И вот ты, наверное, будешь медиком. Да, привет. О, у тебя как раз таки то, что мне нужно. Давай сюда. И медицинскую помощь. Так, давай. Вот теперь все хорошо. Отлично. Собственно, куда мне? Во-первых, я выставлю другое задание. Центрировать карту. Вот так вот. Война. Встретиться с майором. Я что-то провтыкал диалог. Так. Говорят, готовая группа на дороге. Так, это я, пожалуй, обойду. Опять же, железный объект. Ну да. Маркер показывает все. Я вот вечно забываю, что можно нажать на инвентарь и вот тут вот чекнуть, где мое задание находится. Конечно, да, с мапой не особо удобная задумка, но, в принципе, она, знаете, такая дань, не знаю, реализму. Хотя, я думаю, ПДА должны иметь какую-то встроенную систему навигации. Майор Чепурной, здорово. Я от командира по общему делу. Отлично, на штурм идем сейчас. Следуй за нами. Понятно. Ну что ж, поехали. Я не думаю, что будет так просто. Хотя, я забыл, что их база не армейские склады, а это засанная деревенька. Поехали, я думаю, все будет довольно неплохо. Так, сейчас я хочу осмотреться. Я их не вижу. По нам, кстати, снайпер шьет, кажется. Два снайпера. Так, и им, я так понял, плевать, да? Окей, ладно, хорошо. Предположим, что снайпер не наша первоочередная задача. Следовать за отрядом. Ну, вроде как пришли. Пришли мы куда? Да по вам снайпер шьет. О чем речь? Какой тихо. Пацаны, все. Поговорить с Киреевым. А кто такой Киреев? Киреев, иди за мной, не высовывайся. Надо бы снайпера обойти. Понял. Поехали, Киреев. Давай. Ты идешь? Погнали. Так, не высовываться, смотри. А не слишком ли маленький отряд для атаки, как вы говорите, главной базы? По-моему, как-то маловато, вам не кажется? 4-5 человек, это что-то не то. Слушай, братан, давай быстрее. Тут что-то как-то не особо нравится. Что фонит? Что фонит, не ясно. Так, где этот снайпер, собственно? Можно с тобой потрындеть? Нет? Нет, нельзя. Так, а где снайпер-то сидит? Непонятно. Так, убить снайпера. Снайпер! Где ты есть? Ну, ебать, обошли. Я понял. Вон он где, родной. Обошли так обошли, я вам хочу сказать. Просто люто, люто. Люто в лобешник к нему пришли. День добрый. Здравствуйте. Так. Убить оставшихся бойцов свободы в деревне. Давай сюда.
Так, я понял, мне нехорошо. Сюда. Ну-с, приступим. Надеюсь, хоть кого-нибудь я найду, оптический прицел. Так. Так, это свои. Ну, чё-то как-то это, чё-то как-то... Как-то грустно. Там тоже чисто. Кек, а где все? Как бы война идет, но ни одного сводовца я еще уловить не смог. А, вон он один был. Создается впечатление, что сейчас пацаны за меня все сделают. А где ты был, варвар? Я убивал снайпера. Ты живой еще? Так, добрый день. А, меня, кажется, заметили. Ну, наконец-то. Хоть какой-то экшен, ребят. А можно попасть? Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, еще раз. Так, все. Тут мы закончили. Теперь в лоб. Так, quick save и погнали. Ну, как-то экшена не особо много, честно говоря, пока что. О, FN, слушайте. Да до свидания. Я думаю, что ты не лутаешься? Так, стойте, я его облутать не могу, серьезно. О, нормально. Колдуны всякие. Слушайте, вот такие уникальные имена придумывать, это, конечно, жестко. Еще кто-то жив остался. Блять, надо ж вляпаться так. О! Здравствуй. Все. Все, что нам нужно было, мы сделали. Г-36, пожалуйста. Сейчас мы отсюда выйдем, и я бы предпочел вылечиться от радиации. Закрепиться на хуторе снайпера свободы и поговорить с майором. Так. Пожалуйста, пожалуйста. Отлично. На хуторе снайпера. За странное задание. Наверху, на высоте, что ли, на этой. Ну, погнали. Посмотрим, что там у нас. Может быть, я там что-то не нашел. У меня, по идее, должно быть больше патронов. На винтовку. У меня меньше магазина, кажется, было. Так, не ты ли майор? Не, явно не ты. Так. Ага, ты просто будешь палить. Майор, скорее всего, вот он. Лады, перезагрузил сейф, пацан вроде как очухался. Время до... Здорово. Ну что, будем штурмовать главную базу? Постой. У них еще есть небольшой блокпост в ложбине. Сначала нужно с ним разобраться. Есть идеи? Да, прикажи нашим коллегам, что восточнее от нас, чтобы они пошли в атаку на главную базу. Отвлекут их, а мы пока разберемся с блокпостом. План достойный. Решено. У тебя есть немного времени подготовиться, так что пользуйся этим. Сейчас свобода на взводе, но реваншем брать нас пока не будут. Боятся. Как только будешь готов, подходи ко мне. Так точно. Пожалуйста, сохраните и перезагрузите игру. Ладно. Сделано, братан. К бою готов. Так, стоп. Пожалуйста, сохраните и перезагрузите игру. К бою готов. Хорошо. Группа приманки вот-вот выдвинется. Ты пока не лезь на рожон. Ждем, пока они начнут штурм. Так точно. Последняя битва. Смертельная битва. Руки словно биты. Так. А где у вас, собственно, главная база находится? Неужели все-таки склады? Так, ожидать сигнала от группы приманки. Или вот это ваша главная база? Да не поверю, что там главная база. Не, херня. А, что-то здесь у меня выделяется квадратиком желтым, я не знаю, что это. Ладно, окей. Хорошо, ждем. А, просто насколько долго это надо делать? Так, а вот и наши парни подошли. Штурм блокпоста, поехали. Главная база, сука, где же ваша главная база? Ой, блять. Вот где блокпост, понял? Подожди, мудак, ты сюда дострелил с дробовика? Да ты какой-то конченый. Так, спокуха, спокуха. Пацаны, спокойнее. Да, слушайте, что-то гроза очень долго убивает. Так. Угомонись, братан, угомонись. Тихо, тихо. Слушайте, меня вообще не покоцали. Вообще. Все, здесь готовы. Выручайте,
До свидания. Штурм головной базы. А, я забираю это у вас, пожалуй. Две гранаты. ЛРК, ЛРК. Забираю. Егерь, слушайте, да, всем свободовцам придуманы уникальные имена. А, вот с этого, кстати, дробовик бы я забрал. Вот только где он? Походу, швыранул его так неплохо. Ладно. Идем. А я же иду правильно? Да, я иду правильно. Сейчас будем разбираться, что к чему. Ай. Здравствуйте. Слушайте, какая-то у вас беднючая главная база, я вам хочу сказать. Чё-то вы какие-то ни о чёмные. Держи. Надеюсь, своих я не покалечу этими гранатами царскими. Блин, вот здесь будет очень неудобно проходить, потому что сейчас я могу... Могу и хватану неплохую такую дозу. Отлично. Так, давайте хоть испытаем. Я хочу хотя бы попробовать. Поехали. Я не думаю, что у вас осталось... Бедняжка. А что с тобой? Конченый какой-то, окей. А, допустим... Допустим, как бы... На это не рассчитано, он как бы сейчас должен жить. Ебать. А это на пасашок. Пожалуйста. Держать позиции! Убита вся охрана. Осмотреться! Соответственно, сейчас нужно будет идти к последнему. Ожидать приказа майора. Всем быть наготове! Так. Я вас, пожалуй, позабираю все. Это вам уже вряд ли пригодится. Отработали. Неудобно вы, сука, падаете. Очень неудобно вы падаете, ребят. Прям на зараженную территорию. Сик, давай, сик мне сюда. Так, ну давайте подождем приказа майора. Так, аккуратненько, непринужденно, мы с него все забираем. Эть. Вот что-то, что-то законченный. Так, я тут перезагрузился, и они идут сюда. От нас все равно не уйдет. Явно. Вот тут я тебя и кончу. Ждем. Стрелять только по команде. Ждем. Я что порешаю? У него гранатомет в руках, ребят. Я бы не советовал вам стрелять по команде. Оружие. Огонь! Ебать ты, гондон. Знаешь, как ты больно сделал? Мне и всему, что я знаю. Поговорить с майором, окей. Так, блять, вандал, ты конченый. Ты просто больной. Майор, иди-ка сюда. Что? Что не так? Что опять не так? Майор, пожалуйста, я хочу поговорить с тобой, обрати на меня внимание, брат. Вот, ладно, я в конце серии расскажу про тот единственный минус, который меня очень сильно напрягает. А так пока все очень неплохо. Слушай, блядь, вандал, конечно, разлетелся не сразу. Много ты себя впитал, братан. Достаточно много. Так, стоп, а где... А, вот он ты, господи. Ну? Все, кончено. Свобода полностью убита со складов. Да, и в этом есть твоя заслуга. Поздравляю всех нас, но не стоит забывать, выжигатель мозгов рядом. Будь начеку. Так точно. Новое задание, склад долга. Новое задание, помощник. Последняя битва, 15 тысяч. По поводу статистики. Друг долга. Вы много помогали группировке долг, поэтому приобрели авторитет. Собственно, основная, как говорит автор, сюжетная линия закончена. Я думаю, по этому поводу можно накатить. Вот. По поводу тех минусов, о которых я говорил, это только один минус. Частенько залагивают вот такие вот скрипты. Приходится загружаться квиксейвами. Надеюсь, вам понравилась модификация. Надеюсь, вам понравилось... То, как я в нее играю, мы продолжим обязательно в следующей серии. С вами был Бисквит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Там у нас все последние новости. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!